Георгиевский собор. Выси. А вот огромное растет дерево. Не на лет 200. Мы его попробуем измерить. Ага. Так, вот 3 метра кончилось здесь. Ага. Так, все, отпускайте там. Отпускайте. 3 метра. Три метра. Да я думал, 5 она хотя бы. Так, вот здесь вот. Будет такое. Здесь, да? Так, 3 метра. Так, будем считать. Раз. Так, вот это вот. Перекрутилось? Да ничего страшного. Так, все, отпускаем. Так, 2. Вот сюда. 2. А ну 2 ты имеешь. Да, да, я потом сделаю 2. Так, 2. 2. Я там помню, потому что. 2. А, ну вот как раз, все, отпускаем. 3. 3. 9, значит. Ага, все, спасибо большое. 1. Так, измерили вот трехметровые рулетки нам. 3 раза пришлось. Вот человек нам помог. Иначе бы не получилось. Вот 9 метров в диаметре. Вот такое дерево. 9 метров. Оно, наверное, посажено, наверное, когда, наверное, этот собор, наверное, основывали, строили. А может, еще и раньше. Еще раз напомню, диаметр ствола 9 метров. Ну, там плюс-минус 10 сантиметров, которым перекладывали рулеточку. Вот такое у нас дерево. Можно сказать, почти 10. Такой вот ствол. Огромный. Вокруг него вот оборудованы лавочки, скамеечки. Можно посидеть. Вот такое дерево. Находится оно в парке. Рядом с Георгиевским собором. Вот он там вдали с деревьями. Не видно здесь? Вот такое дерево. Издали. Уже почти до проезжей части дошли, чтобы целиком она у нас тут уместилась, показать. Вот такое. И вот по тропинке, по дорожке. Можно подойти, посмотреть, посидеть. Фонарики установлены.